Муниципалитеты округа не выполняют нормы по сдаче жилья. При этом аутсайдером, согласно проведенному анализу, в этом году является администрация Заполярного района. Об этом доложил заместитель губернатора округа Алексей Кайдалов. В районе в текущем году с учетом индивидуального строительства планировалось сдать 21 тысячу квадратных метров. Собственными силами район должен был построить 7 тысяч. Однако в декабре муниципальное образование сдало лишь 1200 квадратных метров, что составляет 19% от планового показателя. В результате в Заполярном районе из 12 многоквартирных домов не вводится в эксплуатацию 9. Губернатор поручил всем заказчикам строительства до конца года предпринять все возможные усилия для того, чтобы улучшить показатели по вводу жилья.